Важный урок на каникулах новосибирским школьникам специалисты первого в Сибири киберполигона рассказали о фишинге, веб-протоколах и других зарубежных терминах, знания которых могут защитить от кибермошенников. Не успели новосибирские школьники выйти на каникулы, как им читают вновь очередную лекцию. Правда, она намного интереснее, чем обычный школьный урок. А все потому, что те знания, которые они сегодня получат, понадобятся им, возможно, уже сегодня вечером. А говорят им сегодня о киберспорте и кибербезопасности. Правда, прежде чем сесть за компьютеры первого в Сибири киберполигона, детям пришлось немного поскучать, поскольку теория практики все-таки предшествует. Из уст представителей Минцифры региона они узнали, что такое фишинг и в чем его отличие от обычной рыбалки, какие пароли от аккаунтов не взломают злодеи и многое другое. Если говорить о статистике, то важно понимать, что уровень цифровой грамотности сейчас в целом у населения он недостаточный. И даже у современного поколения, как бы это странно вот сейчас не звучало, среди базовых навыков, навык именно информационной грамотности, это один из 5 основных критериев. Поэтому важно очень сейчас сосредоточиться именно на этом. Помимо прочего, сосредоточиться следует также на профориентации молодежи. И подобные уроки – один из способов сформировать у школьников представление о своем будущем. Очень многие, да практически все подростки сейчас находятся в информационном пространстве, конечно, где мы их точно так же знакомим с такими профессиями. Вот именно сегодня, на сегодняшнем мероприятии, они смогут познакомиться с профессиями и понять для себя, интересно ли им. Но на тот случай, если цифровые технологии их все же заинтересуют, университет готов принять ребят на обучение как в киберполигон, так и в недалеком будущем в ряды студентов. Дети смогут прийти, получить тут помощь от наставников, от студентов, от преподавателей. И, я думаю, со временем они вольются в наши дружные ряды и будут студентами нашего университета. К слову, в самом университете, ставшем хозяином киберполигона, вовсю идет приемная кампания. Дмитрий Белькевич, Евгений Агеев, Новости УТС.